Добрый день, уважаемые зрители. Московское время 10:30. Начинаем нашу трансляцию «Среднесрочный анализ валютных курсов». С вами Эдуард Сунгатуллин. Я всех нас с вами поздравляю. Сегодня пятница. Так, что у нас с трансляцией? Трансляция идет нормально. Давайте посмотрим, что у нас в календарике. Только сначала мы его с вами отфильтруем. Здесь все стоит не отфильтровано. Уберем все ненужное. Вот теперь у нас выглядит нормально с вами. Итак, из тех новостей, которые сегодня вышли, конечно же, интереснее всего то, что было по Германии. Торговый баланс, видим, хороший получился торговый баланс. Экспорт неплохой. Но промпроизводство при этом оказалось хуже прогнозного значения, но при этом мы здесь видим с вами положительную динамику, что в принципе может не радовать, конечно же, да? Это положительный фактор. Вчера мы с вами все наблюдали, как шикарно совершенно отреагировал рынок на изменение ставок в еврозоне. Это была просто песня, веселуха, так называемая. Да? Сначала рынок рванул вверх, я имею в виду евробакс, потом опустился вниз, потом отыграл абсолютно все то же самое и даже поднялся еще выше. Очень удивительная реакция рынка, да, несмотря на то, что понизили ставку и еще отрицательную ставку по депозитам сделали. Вот. Тем не менее, рынок не верит во все это, да, евро продолжает укрепляться, что, конечно же, негативно для еврозоны. Никакие санкции на встрече Большой Семерки приняты не были. Вчера, если помните, наш с вами президент Владимир Владимирович пожелал им всем приятного аппетита. Кто умеет читать между строчками, постарайтесь догадаться, что это значило бы. Вот. Ну, несомненно, что-то в этом, конечно же, есть. Нужно постараться понять просто. Итак, из того, что сегодня еще будет выходить, это по Швейцарии у нас индекс потребительских цен. Потребительские цены из своего нейтрального состояния по прогнозам в годовом исчислении должны вырасти на 0,1% и вырасти на 0,1% с 0,1 до 0,2 в месячном исчислении. Также имеет смысл посмотреть, что будет с промпроизводством, хотя, конечно же, промпроизводство у нас с вами... В Швейцарии это не столь важный сектор экономики, это все-таки больше финансовая, да, страна, здесь, естественно, больше всего на финансах, хотя, конечно же, полностью исключать нельзя. Далее, по Канаде безработица, изменение числа занятых, это для тех, кто торгует чисто канадца, кто торгует британскую валюту, по Великобритании сегодня торговый баланс, то же самое, вещь очень важная. По моему мнению, это как раз говорит о том, как движутся потоки. Если помните, была ситуация, да, когда у нас сначала очень мощно шел очень мощный импульс в развивающихся странах и очень сильно отставали по развитию развитые страны. И вот потоки тогда, все денежные, да, они как раз были направлены на развивающиеся страны. Потом ситуация поменялась, а промышленные страны, высокоразвитые, наоборот, начали показывать хорошие результаты, а вот в развивающихся странах был спад. И потоки поменялись, и деньги потекли наоборот. Да? Из развивающихся стран оттоки капитала большие начались, и все эти деньги пошли в развитые страны. И вот сейчас в этой ситуации, когда состояние такой, опять же, неопределенности, никто ничего не может понять, как же будут рынки развиваться дальше, а это совершенно очевидно, что никто ничего не понимает. Посмотрите, что делает Европейский центральный банк, это не дает никаких результатов. Да? Это говорит как раз о том, что в экономике сейчас полный раздрай, и как будут события развиваться дальше, никто не предсказать, не предусмотреть не может. Поэтому в этой ситуации я рекомендую обращать внимание на балансы, торговый баланс, они как раз и показывают, как происходит движение денег, в каком направлении они движутся. Чем больше положительный профицитный баланс, значит, тем лучше, как раз туда деньги будут притекать.
Вот. Ну и самый важный момент на сегодня, это, конечно же, безработица в Соединенных Штатах и количество новых рабочих мест вне сельского хозяйства. Вот по вышедшему ADP, который выходил в среду, который оказался хуже прогноза, вполне возможно, здесь мы тоже с вами увидим подобную динамику, если это действительно будет так, и окажется, что эта цифра будет ниже прогнозного значения, а в предыдущем отчетном периоде, посмотрите, практически почти 300 тысяч новых рабочих мест было создано. Если сейчас динамика сократится, а такое вполне может быть, поскольку лето, да, сезонный фактор может сыграть, и плюс то, что безработица увеличивается, если до этого она падала, падала всегда достаточно стабильно, теперь произойдет улучшение, то может произойти то, о чем мы с вами вчера как раз говорили. Да? Если поначалу у нас вся неделя должна была проходить под знаком укрепления американского доллара, собственно, я закончил по макроэкономической статистике. Если у кого-то будут вопросы, напишите, пожалуйста, слово есть, потом вопросы задавайте, а я прокомментирую. Да? Вот у нас недельный график мы вчера смотрели, была белая свечка, пусть не очень большая, но тем не менее. И вот что мы видим сейчас с вами. Очень мощный шип наверх и при этом серьезный разворот. Вот оно, вчерашнее движение. То есть мощно двинулись, потом развернулись. И если нонфармы выйдут плохие, да, то мы с вами и на недельном графике можем увидеть черную свечку вниз. Вполне это допустимо, если данные по Соединенным Штатам разочаруют рынки и они увидят в этом негативный какой-то такой фактор. Так, Игорь что-то пишет. По промпроизводству по Германии цифра дана апрель по отношению к марту этого года или апрель по отношению к апрелю прошлого года. Годовые данные даются по году, месячные данные по месяцу. Давайте посмотрим конкретно. Дело в том, что это уже отыграло. То есть сейчас вот, пожалуйста, промпроизводство, месячные данные, это по отношению к предыдущему месяцу, это по отношению к году. Игорь, понятно, да? То есть месячные данные. Вот у нас получились вот это вот годовые данные. Игорь, жду вашей реакции. Отлично. Итак, возвращаемся к нашему техническому анализу. Значит, повторюсь, да, если действительно данные будут негативные, хуже прогнозных значений, может быть движение. Но вполне допускаю такую вещь, что рынки опять могут отреагировать очень даже парадоксально. Вполне себе допускаю такую вещь. Парадоксики – это тот самый момент, та самая фишечка в финансовых рынках, на финансовых рынках, которая очень часто происходит, когда ее как раз совсем не ждут. Да? Как в классической песне. Что-то там нечаянно ворвалось, когда ее совсем не ждешь. Примерно то же самое будет здесь, да, только будет с лосем. Лося нечаянно поймаешь, когда того совсем не ждешь. Примерно так. Итак, это у нас был индекс доллара американского, который состоит из шести основных валют мажорных, да, и вот шесть мажорных валютных пар мы с вами рассмотрим. Начинаем традиционно с обратных котировок и смотрим пару евро-доллар. То, что происходило на часовом графике, скорее всего, мы посмотрим с вами чуточку позже, да, сейчас ситуация выглядит следующим образом. Тренд нисходящий в фазе отката, а здесь тренд восходящий. Индикаторы друг другу противоречат, мы забираемся на забор, цена находится в верхней трети, а здесь сигнал в покупку. То же самое противоречие, поэтому мы, забравшись на забор по евробаксу, еще и набиваем бамбуковую палочку и курим бамбук. И категорически, просто категорически никаких сделок по евро-доллару не совершаем. Я немножко позволю себе сейчас сместить чуть дальше наш с вами боковичок, поскольку нам это пригодится в будущем, поскольку цены еще не покинули этого движения, не вырвали за границы этого диапазона, поэтому у нас все остается здесь. Внимание, вопрос, что не ясно, что непонятно по паре евро-доллар, почему мы с вами совершенно четко сидим на заборе. Если есть вопросы, пишем слово «есть», если нет, то пишем просто плюсик и идем с вами дальше. Вопросов нет. Идем дальше. Смотрим британский фунт. Тренд нисходящий в фазе отката, а здесь он вообще становится восходящим. То же самое. Индикаторы очень резко противоречат друг другу. Просто вопиюще противоречат. Поэтому забираемся на забор и таким осоловелым взглядом, поглядывая на все рынки сверху вниз, смотрим. Наблюдаем, но никаких сделок по британской валюте по отношению к американскому доллару не совершаем, поскольку здесь день бамбука.
идет мощная отсидка на заборе. Австралийская валюта. А вот здесь у нас с вами, золотые мои, торговый день. You are welcome. Пожалуйста, можете посмотреть. Однозначно совершенно произошло пересечение, плюс гистограмма растет выше нулевой отметки. Тренд восходящий в фазе импульса. Направление сделки нам совершенно четко известно. Открываем внутреннюю структуру, что мы с вами видим. Вот такая у нас с вами картиночка. Так, давайте удалим эту линию, она нам уже не нужна. А здесь, наверное, поступим следующим образом. Поскольку вот так у нас проводилась трендовая линия, мы ее с вами немножечко подправим. Просто-напросто. Вот и все. И чуточку сместим с вами верхнюю линию. Объясню почему. Ширина канала не меняется. Примерно настолько вот мы с вами его сместили. Давайте так и оставим. Я так полагаю, что это будет справедливо. Как вы думаете? Вот отреагируйте, пожалуйста. Как вы считаете, правильно я поступил или нет? Если правильно, ставьте плюсик. Если нет, обоснуйте, пожалуйста, свой ответ, почему я неправильно сделал. Мне кажется, все конкретно, правда? Мне очень нравится, что мы с вами сходимся во мнениях. Итак, потому что ширина канала, как правило, она бывает неизменная, да, и поскольку сейчас тренд немножко сместился вниз, поэтому верхние экстремальные значения мы тоже с вами немножечко убрали. Рынок, он все-таки чаще движется в тех границах, которые ему привычны. Поэтому ширина канала была сознательно немножко смещена вниз. Максим, все понятно, да? Итак, у нас идет фаза отлива на 4-часовом фрейме, поэтому наша задача подождать, когда отлив закончится, и на начале новой приливной волны по сигналу осциллятора в покупку мы с вами определим, когда наступит момент входа. Это, конечно, может сегодня произойти, но имеет ли смысл оставлять свою позицию на выходные дни, когда у нас с вами большая семерка будет собираться, они там себе что-то будут решать, в еврозоне будут решаться серьезные проблемы, там сейчас очень, да? Подумайте, будет ли иметь смысл открывать позицию, когда до конца торговой недели у вас останется, скажем, всего часа 4. Решение принимать, конечно же, вам. Своя рука владыка, поэтому я не могу вам ничего настаивать, да, говорить очень в категоричной форме, просто могу дать совет. Так вот, мне кажется, лучше, наверное, подождать, когда ситуация разрядится, тем более, что вечером сегодня выходит нон-фарм. Вот, а на нон-фарме движения могут быть очень серьезные, как в ту, так и в другую сторону. Поэтому, наверное, лучше подождать. Следующая неделя не очень богата на новостной фон, не очень богата новостями, поэтому вот в следующей неделе техника будет, как мне кажется, великолепно рулить, если только мы с вами не получим каких-то экстраординарных событий в течение недели, которые тоже могут повлиять и совершенно существенно поменять картинку, которая у нас с вами, макроэкономическую я имею в виду, которая сложилась на текущий момент. Итак, ждем, когда закончится отлив, и на начале прилива вы определяете момент входа. Это вам дальнейшие действия, возможно, где-то на понедельник, если ситуация не изменится, и у нас останется день покупок на понедельник по этой валютной паре. Так вот, если момент входа уже наступит, нужно будет открыть часовой фрейм и подождать консолидации узкого латинного бокового движения. Далее вступает в силу ключевое слово «если». Если все срастается, вы ставите отложенный приказ buy stop, определяете точку выхода, где вы будете выходить своим стоп-лоссом. Эта цель уже отработана, ее мы сейчас не рассматриваем, да, она очень шикарно у нас с вами работала. Первый, я рекомендовал бы вам ориентироваться на вот эту цель второго касания 0.9460. 0, точка записываем, 94.60. Это для того, чтобы вы могли отквалифицировать свою сделку на соответствие правилам управления капиталом. Дальше можно ориентироваться на 50% уровень Фибоначчи. В абсолютных цифрах записываем 0.9620. Но это уже бонусная цена, только бонусная. То есть никак реальная цель, по которой вы будете оценивать свою сделку. Ну и дальше уже стратегической, назовем ее, цель
дальняя, которая в дальнейшем может пересматриваться, 0.97 ровно. 0.97 ровно, в дальнейшем она сможет пересматриваться в сторону повышения. Но не думаю, что Резервный банк Австралии позволит австралийской валюте так высоко забраться. Мне кажется, что все-таки он начнет предпринимать активные действия, если цена поднимется даже, скажем, вот сюда и отработает эту цель. После этого уже, как мне кажется, это, правда, только мое мнение, естественно, это нужно брать в кавычки, я ни в коем случае не претендую на какую-то истину в последней инстанции, да, это не более чем мое очень субъективное мнение, но там уже начнет активно действовать Резервный банк Австралии, начнет колотить во все колокола, кричать во все микрофоны, что шеф, все пропало, гипс снимает, клиент уезжает, что такое, нам не нравится, что австралийский доллар очень дорогой, это мешает нашей экономике, бла-бла-бла и так далее. И вот вам налицо будет вербальная интервенция. Какие у вас будут вопросы, что не ясно, что непонятно, жду вашей реакции по австралийской валюте. Вопросов нет. Идем дальше. Теперь смотрим нашу с вами триаду из прямых котировок. Традиционно начинаем с пары доллара и японская иена. Трендовая торговая система, тренд восходящей в фазе отката, то же самое подтверждает индикатор SMA. Ситуация не торговая. Мы сидим на заборе. Смотрим диапазонную торговую систему, цены в мертвой зоне. И нам вообще фиолетово, что говорит осциллятор. Если цены находятся в мертвой зоне, значит диапазон не торгуется. Значит, помимо того, что мы сидим на заборе по трендовой торговой системе, мы еще и курим бамбук по диапазонной торговой системе. И никаких сделок по этой валютной паре не совершаем. Швейцарский франк. Это зеркально перевернутая пара евро-доллар. Тренд восходящий, тренд нисходящий. Вопиющие противоречия. Индикаторы грубо врут. Один из них точно врет. Но поскольку мы должны получать всегда два сигнала совершенно одинаковых, поэтому мы то же самое по этой валютной паре забираемся на забор, курим бамбук. Лето, жарко, возможно, на заборе вам покажется жарковато. Ну что ж, значит, нужно поставить зонтик какой-то высокий, попить водички холодной, может быть, квас, если кто-то предпочитает. Заниматься физическими упражнениями в такую погоду на свежем воздухе, ну, можно, если будет хороший ветерок. Смотрим канадскую валюту. Канадец. Тренд восходящий в фазе импульса. Говорит нам связочка скользящих средних. А вот теперь давайте внимательно посмотрим, что говорит индикатор OSMA. Растет он или падает? И он таки ниже. Обратите внимание, здесь 3.093, а здесь 3.094. Как бы ни было обидно, а день не торговый. Значит, мы не торгуем по канадцу, забираемся на забор и курим бамбук. Какие у вас будут вопросы, что не ясно, что непонятно, по прямым котировкам, у нас полный бамбуковый день. Торговая система не позволяет нам с вами торговать сегодня. Смотрим еврофранк. Ну, здесь просто вопиющее безобразие, да, посмотрите. Уже вчера цены закрылись ниже отметки 1.22 и продолжили свое движение. Национальный банк Швейцарии сдал все свои позиции. Все, что было завоевано, он отдал практически без боя. Золото. Я понизил верхний уровень Дончана на максимум вот этой свечки. Это продлится в течение там, ну, буквально 3-4 торговых дней, включая сегодняшний, значит, где-то в четверг, в пятницу мы с вами потихонечку начнем понижать. Вяло текущий, да, сначала, потом на этот максимум, этот и так далее. Вот. Ну и потом достаточно длительное время это будет находиться где-то здесь. Соответственно, будет перемещаться наш полтинчик. Я его уже сместил, он практически полностью совпал со старым уровнем Дончана, который был пробит, и вот теперь цены возвращаются к нему, подтверждаясь. Фильтры смотрят вниз, поэтому мы отдаем предпочтение по золоту сделкам только на продажу. Это либо отскок от полтинничка, либо от верхнего уровня Дончана. В первом случае сварить полпорции черепахового супа, во втором случае сварить полную порцию. Если цены преодолевают нижний уровень, то открывается дорога
прямехонько сейчас к уровню 1200 долларов за тройскую унцию. Ну а там и недалеко до исторического минимума. Это 1180 долларов и еще 53 цента. Какие у вас будут вопросы, что не ясно, что непонятно, жду вашей реакции по консервативному методу анализа, с которым мы закончили. Мы посмотрели все валютные пары и золото. Трудящиеся просят показать агрессивную торговую систему, которая называется «Могучий аллигатор», «Крокодил», «Хищник», «Раптор» и так далее, даже «Тирекс». Евро-доллар. Никакой торговли, цены в пасти аллигатора, была истерика у цен. Аллигатор чуть не сломал челюсть, открывал ее вниз, потом резко перевернулся наверх. Британский фунт. Очень похожая картиночка, только здесь он меньше сворачивал челюсть, не чавкал, да, но опять же, если вы открывали, здесь позиции должны были быть закрыты, конечно же. Вот. Сейчас нужно ждать, когда пасть закроется и хищничек проголодается. Цены входят в пасть аллигатора. Начинать торговать нельзя. То же самое по австралийцу. Другой вопрос, что здесь у нас с вами цены не касались зубов аллигатора, поэтому если кто-то в сделке сидит, пожалуйста, первый цикл вы здесь исчерпали, можем потихонечку начинать заходить по второму циклу, но только в том случае, если вы забрали первый цикл, если это уже ваше, если вы уже в рынке, и ваши позиции уже защищены, защищены очень хорошо, посмотрите, как они уже где должны быть, да, то есть это все уже ваше. Весь первый цикл полностью у вас в кармане. Вы потихонечку должны начинать входить по второму. Япончик. Ситуация не торговая. Ждем, когда пасть закроется. Швейцарский франк. Перевернутый евробакс. Вот здесь то же самое. Практически свернутая челюсть, как будто бы Рокки Бальбоа врезал крокодилу и переломал ему всю челюсть абсолютно, да? Сломанная. Движение вверх, теперь вниз. То же самое, естественно, никакой торговли. Ждем, пока хищничек проголодается, пасть закроется. Ну и последний инструмент, канадская валюта. Вот здесь наименее активно реагировал именно канадец на все это безобразие происходящее, которое было у нас с вами вчера. Вот. И если пасть закроется, то, скорее всего, это произойдет именно на канадской валюте. Если сегодня ее не растрясет, поскольку данные выходят еще и по Канаде, в пятницу сегодня, да, у нас совершенно одновременно выходит нон-фарм, безработица по Штатам и то же самое данные по безработице по Канаде. И поэтому здесь нас тоже с вами может ждать сюрприз. Вполне возможно, будут какие-то интересные фишечки происходить по этой валюте. Какие у вас будут вопросы, что не ясно, что непонятно? Возможно, вопросы или пожелания какие-то. Вопросов нет. Но это, конечно же, не может не радовать. Я благодарю всех за внимание. Еще раз нас всех с вами поздравляю. Сегодня пятница. Будьте внимательными, осторожными. Берегите себя. Сегодня нон-фармы. Не забывайте этого. Не нужно торговать на нон-фармах. Удачи всем.